Всем привет, это наша любимая игра Клондайк. Мы находимся на острове Гэнбери, подземелье. У нас есть задание. Нам надо построить ржавый подъемник. Почините лифт на локации Голдбери. Итак, давайте приступим. Всего у нас три стадии строительства, ремонта. Первое, чемодан, рельсы, красный экстракт. Готово. Вторая стадия. Механизм, шнур, арматура. Строим. И заключающая третья стадия. Станковые ремни, лакированное дерево и лебедка. Итак, мы сделали это. Построили. Теперь пообщаемся. Так. И следующим заданием у нас... Выбраться из шахты на локации Голдбери. Давайте посмотрим, этот подъемник работает или он так просто. Выбраться мы можем только вот так. Мы выбрались из шахты. Очень будет смешно, если она взорвется, я не дочистила буквально пару процентов. Догнать жителей. Ага, нам доступно следующее получается открывать. Очень отлично, но ржавые отмычки, две штуки. Раз, два, есть. Открыть. Мы открыли еще одни ворота, и у нас продолжается прохождение этого острова, становится дальше доступным. Мы можем теперь догонять жителей. Так, ну, прежде чем дальше продолжить, я должна выложить все, что я привезла. Привезла я, скажем так, немного, потому что я везла материалы для стройки. У нас сверху расчищен остров только на 70, ой, я не включила комби, на 78%. Так что расчищать, в принципе, осталось уже на этом острове не так уж много. Так. И продолжаем чистить. 40. Где наши? Есть 80. Пошли опять. На 120 у нас камушки. И, наверное, уберу туда мелкую помощь. И поставлю компаньону посущественнее. Ой, не туда нажала. И не забываем, что сегодня у нас вторник. Энергетики мы тратим, но активно не увлекаемся. Потому что в четверг у нас будет второй временный остров. И мы должны быть готовы к нему. К его расчистке. Ну, так как до четверга мы не можем не играть, играем. Игра продолжается. Скажем так. Мне не нравится, что он за мной ходит. Я уберу сходить за мной следовать. И он не будет преследовать меня более. Самое интересное, что этот остров довольно-таки неплохой. Да, здесь много было деревьев, камней, но, по крайней мере, было чем заняться, скажем так, на этом острове. Остался, видите, именно в тумане маленький кусочек. Ну, как показывает практика в нашей игре, что даже в маленьком кусочке может даже быть очень много чего интересного. Так, раз, и под конец нам камушек на 500 ударов, например. И такое бывает. У нас бывает все. Кстати, почему я стесняюсь, надо убрать вот это. Мне осталось убрать три таких камня, и будет дополнительное задание выполнено. Ну, уже два. Я не знаю, почему я вообще прошла мимо него. Оказался несимпатичен, решила оставить на потом. Да как оправдание, если что.
Травушка. Травушка. Видите, тут у нас тоже идет так, наше ограничение, разграничение продолжается по острову. Так, ой, а мы же еще не всех собак докормили, и это было последнее из голодных. И таким образом одно задание дополнительное на этом острове уже закончилось. Осталось найти только немножко золотых камушков. Деревца пошли полным ходом. Чистим, не стесняемся, называется. Скажем так, деревца лучше, чем травка. Тут есть надежда, что потом привезешь домой и выпадет какой-то энергетик. Что довольно-таки неплохо. Так, 30, 42, где моя 20? Убираем 60. Сейчас я уберу эти деревца, чтобы они мне не закрывали, не портили вид, скажем так. Все не закрывали. Так, 62. Вот у нас 62. Вот такое есть удовольствие. Надо поругать своего компаньона, что она помощь не поставила никакую. А у меня ее сколько? А у меня ее уже много, в принципе. Ну, что ж поделаешь. За всем нужен глаз да глаз. Так, 64, 62, 45, поехали. Так, 42, 62, удачненько. По-другому не назовешь. Поставила помощь, теперь мне это вот слово помощь закрывает все, что надо чистить, скажем так. Очень мне интересно, на этом острове это последнее задание или как? Так, задание, сейчас посмотрим. Да, это заключающее задание получается на этом острове. И после этого его можно будет просто дочищать и все. Так, это я уберу, потому что мне очень сильно мешает. Я не могу убрать травку для того, чтобы пройти дальше. А еще и камушек, оказывается. Не только травку. И деревцо. Не забываем сейчас, даже если вы закончили первый временный остров, за него заезжать. Я заезжаю несколько раз в день. И ставлю на нем делать энергетики, потому что они нам, в принципе, пригодятся, так ведь. Так, все это можно сейчас убрать одну. Вот эту вот красавицу. Вереск. И вернуть обратно помощь. Поставить. Есть. 64. А елочка. Так, камушек 40. Елочка, даже не догадываюсь. Наверное, 48, скорее всего. Так, 38, 43 и 20. Вот, 62 убрали. Я надеюсь, хотя бы ворот больше не будет, потому что они мне уже надоели, если честно, потому что с этим, на этом острове ворот было достаточно. Кто помнит, кто смотрел предыдущие видео на этом острове, видел, что ворота открываются довольно-таки интересно. Пришлось ездить, делать. Вот я еще камушек нашла на 120. Так, что у нас тут? Тут у нас горные цветы. Кстати, обратите внимание, что мы можем делать несколько вариантов с этих цветов на нескольких островах. Если вам надо энергетики поболее, не спешите тратить их. Код 30 нашла.
Не спешите тратить их на соседнем острове. Там у нас, по-моему, бывает плюс 40 на них. Я точно не помню, но я могу посмотреть. Так. Да, вот, смотрите, мы можем делать плюс 40 на Железной долине. Стоять. И плюс 60, если мы отправимся на Северное плато. А цветочки-то те же. Ну, меняется только там секретный состав, а там, по-моему, красный экстракт. Так что будьте внимательны, когда будете рассматривать этот вариант. Что вам нужнее, скажем так, важней. Не упустите возможность сделать себе плюс 60. Все-таки оно посущественнее, скажем так. Есть. Найдены наши друзья. Они у нас заминированные оказались, видите, с бомбочкой, с динамитиком. Но они такие обнаружили. Они нас благодарят явно. Прощайте. Ой. Волшебные друзья, они улетучились. Ну, зато появился камушек. На 90. И еще дополнительно у нас на 165 ударов две кучки глины. Вот задание пропало с этого острова, его больше нет. И все. Теперь осталось задание у меня только дополнительное. Вот это что? Вернее, не дополнительное, а временное. То, что у нас еще 8 дней остров Дримвуд. Ну, как говорится, там надо только ездить и что? И ставить. Делать энергетики. Ну что, попросим компаньона, а сами, если что, частично все и поубираем. Главное попросить, а там видно будет. Так, делаем энергетики. 40. Убрать. Ну, а видео, в принципе, можно заканчивать. Мы с вами немножечко поиграли, построили, спасли людей, как говорится. И на этом все. Всем пока-пока.